Привет, я Ира или гид в шляпе. Вот знаете, бывают такие дома, ты идешь и думаешь, или нет, не так. Ты идешь мимо него и не думаешь о нем вообще, потому что он настолько прост по стилю, что внимания обращать на него совершенно не хочется. И неважно при этом, есть ли на этом доме мемориальные доски, потому что на них тем более никто внимания не обращает. А меж тем, именно в таких домах зачастую творилась история в неприметных. И вот сегодня мой рассказ пойдет именно о таком доме, но точнее о его обитателях, конечно же. Литейный проспект, 36. В народе этот дом известен как дом пяти Николаев, потому что в разное время здесь проживало или обитало пять разных известных личностей, и у всех у них было имя Николай. Пирогов, Добролюбов, Некрасов, Чернышевский и Фигнер. Этот дом построен в 18 веке, и это прекрасно, поскольку в Петербурге сохранилось гораздо больше домов века 19, нежели 18. Начали строительство в 1781 году, и тогда это был дом председателя Петербургской палаты гражданского и уголовного суда Неклюдова. С этим Неклюдовым дружил Державин, и поэтому Державин некоторое время здесь проживал. Позже владельцы меняются, и вот уже в 19 веке домом владеет моряк и литератор, а также ветеран Бородино по фамилии Норов. Позже этот человек станет министром народного просвещения. Именно у него в этом доме снимал квартиру Некрасов, между прочим. Тогда же, в 19 веке, меняется облик этого дома. Его надстраивают и дополняют корпусом по улице Некрасова, которая в то время называлась улицей Бассейной. А почему она была бассейной, я рассказывала в своем видео про летний сад. Еще одно неофициальное название этого дома – дом Краевского. Потому что в 19 веке этим домом владел и здесь же проживал известный издатель и литератор Краевский. Он сделал очень много для развития культуры и литературы того времени. Краевский после смерти Пушкина был одним из соиздателей журнала «Современник», а также был главой журнала «Отечественные записки». И, кстати, издательство этих журналов также располагалось в этом доме. Краевский смог придать популярность этим журналам, поскольку печатал в них всех. Герцена, Гоголя, Достоевского, Толстого, Тургенева. Но при этом считалось, что этот самый Краевский весьма противоречив, как издатель, да и как личность. С одной стороны, он очень много сделал для развития литературы, а также помогал молодым перспективным писателям. Но с другой стороны, его именовали буржуазным дельцом, поскольку он эксплуатировал и своих сотрудников, и тех самых молодых писателей. Вот воспоминания Достоевского об этом из его дневника писателя. Белинский с самого начала осени 45 года очень интересовался этой новой моей работой. Он оповестил об ней, еще не зная ее, Андрея Александровича Краевского, с которым я и уговорился, что эту новую повесть «Двойник» я по окончании дам ему в отечественные записки для первых месяцев наступающего 46 года. Достоевский печатался в отечественных записках еще до каторги. Да, и при этом Федора Михайловича очень волновало, а скорее даже бесило, то, что по договору с Краевским он вынужден к определенной дате предоставить ему определенное количество печатных, написанных листов. Он даже сделал Краевского прототипом одного из своих героев повести «Слабое сердце» и описал там вот эту вот двойственность и неоднозначность его натуры и личности. Но вообще, выражаясь современным хипстерским языком, Федор Михайлович любил оставлять в своих произведениях, так сказать, пасхалки из жизни. Он мог упоминать кого угодно, начиная от безызвестных людей, бедных людей, до самого императора. Стоит почитать его биографию и сравнить с произведениями. Великий русский хирург, профессор, ученый-анатом, основатель русской школы анестезии Николай Иванович Пирогов прожил в Петербурге и работал, соответственно, достаточно много лет. Но сменил для жительства не так много адресов, во всяком случае, мне известно о четырех из них, и один – это как раз-таки наш дом.
А вообще в Петербурге очень много мест связано с именем Пирогова. Например, военно-медицинская академия. У нас есть набережная его имени. И даже русский музей, который Михайловский дворец. Дело в том, что Пирогов дружил с великой княгиней Еленой Павловной. И в разговорах с ней, например, пришел к выводу, что нужно возродить древнюю русскую традицию ухода за больными именно женщинами. Это очень, кстати, пригодилось во время Крымской войны. Вообще Пирогов родился в многодетной семье. Он был 13-м ребенком, и поэтому с обучением было сложно. Чтобы всех обучить, требовали средства. И тем не менее, ему удалось стать доктором наук в возрасте 22 лет, а в 26 лет уже профессором. В то время врачи проводили операции медленно, поскольку наркоза еще не применяли. А скорость для пациентов имела важное очень значение, естественно. И вот Пирогов научился делать операции очень быстро, но при этом и качественно. Он однажды пациенту удалил камни из мочевого пузыря за 1,5 минуты. А еще Николай Иванович считается изобретателем гипсовой повязки. Он спас в целом гораздо больше пациентов, чем его коллеги-врачи, вот, благодаря своему таланту. Но при этом он никогда не жадничал. И он все свои наработки и находки передавал другим. У него было очень много учеников. При этом он был добровольцем в 4 войнах, полевым врачом, имею в виду. В 1847 году он впервые в мире среди врачей применил наркоз при операции. При этом он не знал, какой эффект будет, и поэтому он сначала испытал наркоз на себе, а потом на своем пациенте. Его жена умерла при родах, и это для него было страшным ударом. Он после этого не мог 1,5 года делать операции вообще. Всю жизнь очень много курил, при этом из хобби у него было выращивание цветов. Писал стихи, и если бы не стал великим врачом, мог бы быть, пожалуй, великим поэтом. Он родился в Москве, а умер в Винницком уезде. И сейчас в Виннице есть музей имени Пирогова. Там он похоронен, а точнее не похоронен, его тело забальзамировано. В общем, при случае рекомендую посетить этот музей. А я там побывала однажды. Еще один Николай – это Николай Николаевич Фигнер. Он родился в 1857 году в Казанской губернии. И его родители отдали учиться в морской кадетский корпус в Петербурге. Он поступил и успешно его закончил. В то время о сцене не было никакой речи. Через какое-то время он женится на итальянке, которая служила у его знакомых. По правилам военного ведомства того времени это было запрещено, и поэтому военная карьера Фигнера закончилась. После чего он начинает думать о сцене и поступает в Петербургскую консерваторию, но ненадолго. Все преподаватели в консерватории сказали, что таланта у него нет. После этого он уезжает с женой в Италию, чтобы учиться. Там ему сначала не повезло. Он встретил человека, который обещался ему помочь выучить его. Но мало того, что он ничему его не научил, так еще и обокрал их женой, украл у них все деньги. А вот следующий знакомый, хормейстер, уже оказался положительным. И помог им и денежно, и обучил Фигнера. И вот в 1882 году в Неаполе Фигнер впервые выступает на сцене. Он имел успех. Следующие 5 лет он постоянно выступает, гастролирует. Он побывал с гастролями, например, в Великобритании и в Южной Америке. А в 1887 году его приглашают работать в Мариинский театр. И он принимает решение сюда вернуться. Но уже с новой женой, с Медеей Мэй. А ту первую жену с ребенком, как-то они там нехорошо расстались, и он бросил их в Италии. Медея Мэй, кстати, тоже была певицей, и здесь, в Петербурге, они очень часто выступали вместе. Это был известный дуэт сценический того времени. В 1907 году Фигнер решает закончить карьеру певца, но при этом продолжает работать в опере и занимается в основном административными вопросами.
А после революции он переехал на Украину, но, увы, ненадолго, в 1918 году он умер. Кстати, именно Николай Фигнер впервые в истории исполнил роль Германа в опере «Пиковая дама». И вот так об этом писал известный юрист Анатолий Федорович Кони. Фигнер в роли Германа сделал удивительные вещи. Он понял и представил Германа как целую клиническую картину душевного расстройства. «Когда я увидел Фигнера, я был поражен. Я поразился, до какой степени он верно и глубоко изобразил безумие, и как оно у него развивалось. Если бы я был профессиональным психиатром, я сказал бы слушателям, идите, посмотрите на Фигнера, он вам покажет картину развития безумия, которую вы никогда не встретите и не найдете». Как Фигнер все это играл? Когда мы смотрели на лицо Николая Николаевича, на устремленный в одну точку взгляд и на полное безразличие к окружающим, за него становилось страшно. Кто видел Фигнера в роли Германа, тот мог по этапам проследить на его игре безумие. Тут сказалось его великое творчество. Я не был знаком в то время с Николаем Николаевичем, но потом имел честь с ним встречаться. Я спросил его: «Скажите, Николай Николаевич, где вы изучали сумасшествие? Читали книги или видели?» «Нет, не читал и не изучал. Просто мне кажется, что это должно быть так. Вот это интуиция». Ну и еще один известнейший факт о Фигнере. Его сестра Вера была террористкой и революционеркой. При этом в 1883 году ее осудили на пожизненное заключение в Шлиссельбургской крепости. Но там она просидела 20 лет и, тем не менее, вышла. Вообще, жизнь этой женщины, которая прожила 89 лет, можно сказать, была весьма выдающейся в своем роде, достойна отдельного внимания. Еще три сестры Фигнера также участвовали в народовольческом движении и отправились в Сибирь, в известные места. А вот брат Петр, напротив, был известным металлургом и руководил крупными горно-металлургическими предприятиями того времени в Российской империи. Вот такая вот была интересная, своеобразная семья. А в нашем доме на Литейном Фигнер прожил 10 лет. Еще один Николай. Николай Александрович Добролюбов. Он родился в Нижнем, в весьма зажиточной семье. И поначалу в семье, соответственно, думали, что он поступит в духовную семинарию. Он с детства был очень талантливым ребенком. В 3 года наизусть рассказывал басни Крылова. Но не пошел он по духовному пути. Его прельщала совсем другая деятельность. Он начал писать статьи и рецензии, причем во множестве. У него умирают родители, причем один за другим, и мать, потом отец. И он вынужден помогать своим младшим... Спасибо. И он вынужден помогать своим младшим братьям и сестрам, поэтому он те статьи и рецензии, которые писал, он продавал и давал частные уроки, обучал детей. Ему было трудно на этом жизненном этапе, и тут ему, кстати, помог Некрасов. Он устроил его на работу в «Современник» и назначил, ну, по тем временам, достаточно высокую зарплату в 150 рублей. Добролюбов писал очень много статей и самых разнообразных рецензий под весьма колкими названиями. Его обожала вся разночинная интеллигенция того времени в Петербурге. Он, например, однажды написал рецензию на роман Тургенева «Накануне» с названием «Когда же наступит настоящий день?», после чего Тургенев прекратил все деловые отношения с «Современником». Ну или, скажем, рецензия на «Грозу» Островского у Добролюбова называлась «Луч света в темном царстве». А также он написал рецензию на все творчество Достоевского и назвал его «Забитые люди». Ну, такие говорящие были названия. А еще Добролюбов писал очень много сатирических произведений, фельетоны, пьесы, и печатал их под вымышленными именами, под псевдонимами в «Свистке». А «Свисток» — это было сатирическое приложение к «Современнику». Он заболел туберкулезом. Это была нередкая болезнь для жителя Петербурга того времени. Лечился, в том числе за границей, но безуспешно. И до самых последних дней с ним находился Некрасов, он очень ему помогал.
Но а когда он умер, его похоронили на Волковском кладбище рядом с Белинским. И считается, что именно с того момента на этом кладбище стали формироваться известные в нашем городе литераторские мостки. Следующий известный Николай, музей-квартира которого, кстати, есть в этом доме, это Николай Алексеевич Некрасов. Кстати, о музее. Открыт он был после войны в 1946 году, и там достаточно много экспонатов, связанных с Некрасовым, в том числе и портреты его, и его современников. Есть портреты кисти Крамского. В музее есть так называемая Панаевская половина, потому что Иван Панаев тоже здесь проживал. Ну и есть экспозиция, посвященная тому самому издателю Краевскому. А сам Некрасов прожил в этом доме достаточно долго, с 1857 по 1877 год, и тут же он и умер. Квартира Некрасова была своего рода центром литературной жизни и культурной жизни столицы того времени, потому что у него в гостях бывали и Тургенев, и Лев Толстой, и Достоевский, Салтыков-Щедрин, Гончаров, много кто еще. В молодом возрасте Некрасов вел, так сказать, нездоровый образ жизни. Пил, курил, морально разлагался, играл в карты, постоянно с кем-то дрался, попадал, в общем, в разнообразные истории. У него был очень жестокий отец, и он его, ну, ненавидел, в общем-то, а мать, напротив, обожал. Он поступил в гимназию, но проучился там недолго, ну, выгнали его оттуда. Ну, потому что, во-первых, вел он себя, соответственно, во-вторых, писал всякие стишки сатирические, высмеивающие, что, в общем-то, народу не нравилось. Плюс первое стихотворение Некрасова публике, что называется, не зашли. И вот он сбегает в Петербург, сбегает от отца. Денег у него не было здесь поначалу совсем. Он голодал и жил в холоде. Он даже зимой ходил просто в соломенной шляпе. Тем не менее, ему удалось стать вольным слушателем на факультете филологии в университете. Чтобы хоть как-то заработать на жизнь, просто на хлеб, ему приходилось предлагать свои услуги на сеной для безграмотных. Например, написать прошение или расписаться за безграмотного человека в казенной палате. Но он смог выбраться из этого состояния. И вот уже период жизни в этом доме у него весьма благополучен. У него даже был здесь собственный экипаж для передвижений по городу. А еще у Некрасова был здесь коллега Иван Панаев, тот самый, с которым они вместе проживали в этом доме. С Панаевым, кстати, Некрасов выкупил журнал «Современник», который на тот момент был убыточным. Ему удалось его реанимировать. Он напечатал там произведения Тургенева, Толстого, Достоевского. А у Панаева была жена Авдотья. А эта Авдотья была любовницей Некрасова. Но это не единственный известный любовный треугольник в истории нашей литературы, как мы знаем. Между прочим, одно время Тургенев очень дружил с Некрасовым, но когда он узнал, что тот сожительствует с Панаевой, хотя официально считалось, что супруги Панаевы, ну, как бы не живут семейной жизнью, тем не менее, Тургенев прекратил всякое общение с Некрасовым. Вот, кстати, заметьте, какой обидчивый Тургенев. Некрасов, кстати, всю жизнь играл в карты и довольно часто выигрывал. А еще одним увлечением у него была охота. Достоевский очень положительно отзывался о Некрасове и ставил его на третье место в мире нашей литературы. На втором месте по Достоевскому Лермонтов, ну а на первом, конечно же, наше все Александр Сергеевич. Следующий Николай – Николай Гаврилович Чернышевский. Родился он в Саратове в 1828 году в семье священника. И все в семье думали, что он пойдет по пути отца, но нет. Он стал публицистом. Был очень продуктивен, он самые различные статьи и рецензии писал во множестве. Он начал печататься сначала в «Отечественных записках», а потом в «Санкт-Петербургских ведомостях». Кстати, он учился на философском факультете в Петербургском университете. Становится одним из руководителей журнала «Современник», но через какое-то время
отходит от руководящей должности и занимается чисто писательством. Его заботят социальные вопросы, и он увлекается крестьянской реформой, пишет на эту тему. Члены партии «Земля и воля» очень вдохновлялись произведениями и статьями Чернышевского. Хотя он в партию не входил. Но, тем не менее, эту деятельность не могла не заметить полиция. Поэтому в 1862 году «Современник» закрыли, а самого Чернышевского посадили в Петропавловскую крепость. Как известно, он просидел там 2 года и написал свой известный роман «Что делать». А в 64 году его отправляют в тюрьму на рудники, но даже там он умудряется писать. Вообще, он всю жизнь очень много читал. Его называли пожирателем книг. Он любил почитывать труды ученых, например, Ньютона, или философов, например, Гегеля. А само происхождение фамилии Чернышевский связано с местом, где жили его родители. Они были крестьянами, а в то время очень часто фамилии давали по, собственно, месту проживания. И в топонимике города очень много также сохранилось связанного с ним. Например, у нас есть проспект его имени и даже станция метро. Ну и напоследок замечу, что Николаи у меня закончились, а известные люди, связанные с этим домом, не до конца. Здесь, в квартире после смерти Некрасова, жил известный ученый Павел Яблочков, изобретатель электрической свечи. И именно поэтому впервые в Петербурге жилая квартира, именно квартира, была электрифицирована вот в этом доме. А позже уже в электрифицированную квартиру въехал другой известный жилец Евгений Утин, адвокат и публицист. Вот такой вот у меня получился сегодня для вас рассказ. Дом один, а людей много. Будет еще много интересных историй. С вами была Ира Гидшляпе. Если хотите заказать индивидуальную экскурсию, погулять по городу, пишите, звоните. Мои контакты находятся в описании к этому видео. Всем спасибо, всем пока.